Здравствуйте, мы все еще в Вене. Сегодня посетили очередной дворец Хофбургов. Жили неплохо, но в России лучше. Всем привет. А вот посмотрите, там радуга. Хофбург, зимняя резиденция Габсбурга. Мы идем на шоу. Сегодня хорошая погода, мы гуляем по Хофбургу. Здесь очень-очень красиво. Правда, нас чуть сейчас не обманули, но у них это не получилось. И поэтому мы с хорошим настроением гуляем дальше. Сегодня днем было плюс 20, и сейчас по ощущениям где-то плюс 15. Настоящая весна, либо начало лета по нашим меркам.